Щучка. Снова всем привет. Сегодня мы трое в лодке, не считая собаку. Какая это собака? 30 число. Уже братуха разловился двушечкой. Вот. Опять-таки начинаем с глубины и пробуем искать дальше. Работает силикончик, джига. Головочка 18 грамм сработала. Более тяжелые пока не смолчат. Будем пробовать у берега. Сегодня мы до обеда. Работа, работа, снова работа. В общем, смотрим дальше, что у нас получается. Таких окуней на такой силикон. Да-да-да, на твою киту. Твои сопли у нас. А, поедет в секретный водоем. Нет, ну, мирно, ну, поедет туда, куда я сказал. Да, душечку, да. Ну да, троечка в максимальном исполнении. О, это горный окунь. Ух ты какой! Полосатый, макартянский. Мэпс третий номер, желтенький. Хваточку. Надо, давай, давай. Наяривай, наяривай. Ну, подымай, 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 никогда с воды. Да, конечно. Мы с моря на корабле, а он на подходах. Подхватосик. 2,50. 8,20. Ну такая. Хорошая. Вообще глубже, скотина. В общем, сегодня, наверное, тот из немногих случаев, когда кита просто курит в уголочке. Работает все, но не кита. Так что, но работает желтая и медная вот блесна еще сработала. Джексон, кстати, давно ее уже вожу с собой. Вот такие дела. В общем, ребят, не успею выключить камеру. Братуха уже зацурпали в следующую. Видите, я снимаю, а там он пошел жор. Возле самой лодки. Охренеть, мой. Тихо, подумай.
так нежданчика. Свалила под самой лодкой, то есть практически на выходе блесны. Давай, давай. Да, добро, давай. Короче, ребята, щука шурует, что дурно. Братуха не успел вытащить. Вот все, пошла следующая уже. При падении жор конкретный. Понравилась щуке наша лодка. Лупит практически под самой лодкой. Так что все продавать-то зелени, белые лодки, покупайте сери. Щука ловится на сери лодки. Балакаю, сейчас хлопчик тянет у нас. Димончик, а ну сейчас. Да ну ты шо, поторопился ты немножко. Поднимай, о, нормально пойдет. Добренько. Давай, созвонимся. Давай. Ах, ка сошла. Да. А перемещаться немножко, да. Вот так вот. Пока камеру включаешь, происходят сходы. Ничего страшного, щуки у нас уже вполне достаточно. Но это очень интересная рыбалка, Серёжа. Ну просто дуже интересно. В общем, парни, рыбалка заканчивается, точнее уже кончилась практически. Нашморгали мы вполне прилично. Часть из этой рыбы доедет до одного водоемчика, обязательно отпустим, дабы не ездить далеко за ней, будем разводить ее где-то поближе. Сейчас холодно, она практически доезжает, ну вся. Работали сегодня блесны, практически всякие разные. Да, конечно же, как всегда, ветер шумит, но тем не менее, планирую еще во вторник, дай бог, все получится, поэтому всем не хвоста, не чешуи, продолжаем рыбачить.